Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Четвертый день, 52 миллиончиков древесинки я забрал. Шикарно, правда, у нас древесины так дофигища. Ну ладно, лишним не будет. Так. Ничего себе, еще даже в откате, ё-моё. Ну что, сегодня пойдем обязательно проходить события. Выживание. Угу. Выживание собственной персоны. Так, что ты мне, беззубик? Давай-ка, воздух. Я земля. Здесь нам ничего не надо. Перебьюсь я как-нибудь. Грамгильда, не балуй. Ну неужели твою налево? Наконец-то, друзья мои. Переходит она в титаны. Страж, она стражем стала. Она не титаном, а страж. Вот здесь называется это. Нормально. Так, что это такое? 91 уровень. Подожди, а... Как-то странно немножко было. Я что-то не могу понять. Что-то я не врубился, если честно. Я ее кормил. Она как была 91 уровень, так 91 уровень у меня осталось. Очень интересно. Так, Барсик, что там у тебя? Ну, понятно, тусклый янтарь. Другого и быть не могло. И сарделька. Сарделька нам дает тусклый янтарь. Так, прочь, бесплатно. Косолумчик, лети. Ну, вроде бы здесь все. Давай смотреть. Да что ты? За древесиной. Так, 98 уровень. С рыбой это у нас вообще беда. А с рыбой у нас беда, ребята. 26 миллионов. Все, 26 миллионов. Сущие, ребят, копейки. Я даже не удивлен. Ни на сколечко. Пускай летит. Ну, тыква Брон то же самое, ребят. Какой там? А, нет. Тыква. Нифига себе, ребят. Как он быстро прокачался-то, а? Титаном стал. Ух. Титаном стал тыква Брон у нас. Так, модификрылочка. Давай, лети. Ты там что, притулился, я не могу понять. Сидит он там, притулился. Яйцо. Так, остаться. Угу. Здесь вам подарок. Спасибо за такие подарочки. Так, крылатый ужас. Я его ставлю. У нас их три штуки, по-моему. Можно там его соединить, да? Никак не соединить, а избавиться. Или как там оно проще-то? Трансформировать, короче. Кстати, вот этот чувак похож на тыкву Брона. Так, давай-ка. Блин, я ничего не могу сделать. Я могу только... Нет, даже отправить за древесиной не могу его. Ну и не могу, и не могу. Как-то так. Забираем древесину. Вам сообщение. Вам сообщение, которое я даже не прочитал. Потому что его не показали. Ну что, монеты Одина. Шторморез. Кошмарный пресеглов. Древоруб. Ну и все, в принципе, да? Ну и все, в принципе. Так, что у нас тут? Громоль, Костолом, Древоруб. Громобой, Защитник. А чё? А, ну да, конечно же, я же их не посмотрел. Давай, давай заберем награды. Так, здесь забрали. Здесь тоже забрали. И остается только тут. Все. Везде все пособирали.
Обмен. Так, блестящий янтарь. Всего лишь одна. Давай еще тогда одну закажем. Сезонный абонемент. Награду забрали. Так, все, ребят, вроде бы по заданиям все окей. А теперь события. Поехали, выживание, друзья, выживание. Тут у нас раз, два, два пака. Плюс 150 рун. 150 рун и два пака. Но там пак редкий. Ладно, фиксим. Значит, у нас, ох ты, ох ты. Этот теперь стал выступать у нас, да? Понятно. Хочешь правду? Если честно, я хочу, ребят, его получить из пака, чтобы он мне выпал. Этого дракончика я бы с удовольствием бы получил бы. Ты что делаешь там, а, мелкий? На-ка, выкуси. Так, замечательно. Пошла вторая волна. Давай, наверное, все-таки с этим будем разбираться, а с этим чуть-чуть попозже, потому что мне не нравится, что он там вытворяет, что он там огнем своим пыхтит. Вот так вот. Мы его уничтожили. Бам-бам. На-ка. Ну, пока, естественно, ребята, они слабые. Переломный момент будет на четвертой волне. Я думаю, это уже все, наверное, изучили наизусть, что на четвертой волне будет перелом. Потому что эти события, ребята, они повторяются из раза в раз. Так же, как, в принципе, и в «Черепашках-ниндзя» у нас повторяются события. И мы практически уже проходим... Ну, единственное, да, что у нас сейчас... Ого! Что у нас появляется вот этот вот. Вот этот дракон. Раньше его не было. Вот сколько я играю, его не было ни в одном событии. Ого, ты посмотри! Фига себе! Блин, а что делать? Ладно, посмотрим, что он вообще может делать. Но я думаю, что этот паренек не шуточный. По-моему, это улучшенная версия вот этого. Может быть, конечно, я ошибаюсь. А это что такое? А, он оглушил! Ты серьезно? Он взял, ребята, и оглушил, прикинь? На один ход. Наверное, я так понимаю, на один же ход. Ого. Так, а вот здесь, по-моему, он не попал. Он хотел, но не попал. Хм. Так, промахнулись. Блин, сложно будет. Это какая-то четвертая только волна. Это только лишь четвертая волна. Еще две волны впереди. Благо у нас с тобой есть груши и прилив сил. Это как бы наше спасение на самом деле. Так. Бьет в барсика, да? Он бьет в барсика. Этот, наверное, тоже не побрезгует и будет бомбить в барсика. Еще и оглушил его. Друзья мои, барсика надо выручать. Барсика мне пришлось, ребята, выручать. Иначе его бы запинали бы в следующем ходу. Ну, мне так кажется. Может быть, конечно, не успели бы, но у нас же еще волна. И, блин, теперь они мне штормореза бомбанули, а? Блин, какой неприятный тип, а? Со своим оглушением. Давай добьем. Так, теперь хилочку врубим. Так. Укус. Двойной удар. Слушай, ну он на самом деле жирный. Не так-то легко его и пробить. Ну вот и последняя волна. Что у нас тут? Ёк-макарёк, 19-й. Блин, как они медленно разбираются, посмотри. Как они медленно тут сейчас будут разбираться. Ну что ты там рыскаешь, нюхаешь, вынюхиваешь. Опять оглушает, а? Заколебал, вот серьезно тебе говорю, оглушением своим.
Да и блин, я думаю, хоть добьет. Нет, сейчас они вдвоем сходят, ну и че. Так, а ты кого будешь бомбить? Понял. Давай, наверное, сделаю так. Так, он промахнулся. Бомбим сюда. А давай-ка я сделаю вот так вот. А ну-ка, оглушит он своего же? Хе-хе-е! Конечно, оглушил, ребят. И это круто. Опа, пока тут был в оглушении, мы этого ушатали. Так, теперь хиляемся. Так, все, тут победа за нами, ребят. Ну офигеть, у него такие нижние клыки. Обалдеть. Ну вот и все. Крутим колесо. Выпадает нам... Что, плод мудрости? О, спасибо большое. Так, и забираем с тобой пак. А сколько тут будет? Так, это будет второй. А, тут всего три поединка. Вот чем мне нравится это событие, что тут всего три поединка. Но три поединка очень долгих. Кривоклык и все. Ну что, чего оно начинается, блин? Так, смотри-ка, загрузилось. Правда, без музыки, да? Да и фиг с ним, с этой музыкой. Лишь бы, ребят, игровой процесс шел. И не было вылетов. Вот это для меня основа основ. Так, что там душитель собирается делать? Фигня. А, ну сейчас-то пока чему волнуемся? Сейчас они ватные все. Уровень там у них там 14-й. Ну, маленький, короче, одним словом. Поэтому урона практически не будет от них. Так, вторая волна. Повторение мать учения, поэтому начинаем опять же с сородища истинного. Или как его там? Ну, короче, сородич шепота. А дымодышащий пока пускай там радуется. Сейчас мы и до него доберемся. Раз, два. Так, дебаф. Сделали дебаф и пробивной. Так, третья волна. Ну, то же самое. Уровень у них уже 16-й, но это нам, ребята, по плечу. Давай, наверное, хилку сделаем еще. Да, надо было хилку сделать после, ну, фиг с ним. После того, как он нам ударил, вот что я хотел сказать. Сделаем так. Отхил. Отхил и добивка, наверное, будет. Да. Четвертая переломная волна, и здесь ужасное чудовище, да, прибавляется. 15 уровня, плюс это, ребята, дамагер. Мне плевать, если честно, на дамагера. Вот этого надо бомбить, потому что... А у него ульта, по-моему, не очень сильная. Проверять не буду, но, по-моему, не очень. Так. А вот барсика, ребят, придется восстанавливать. Четвертая волна всего лишь. Блин, офигеть. Фух. Пробили мы его. Так, давай сделаем так. Хильнемся. Барсика залечим. А этот по пониженной броне будет сейчас бомбашить, да? Усиленно причем. Хотя, ты знаешь, ему уже не поможет здесь никакое усиление. Ага. Ну давай. Блин, не так и не сяк. Это предпоследняя волна. Была бы какая-нибудь такая массовая атака, которая бы всем понижала броню или всем понижала атаку. Вот это было бы вообще реально круто. Это было бы вообще реально круто. Так, сейчас они вдвоем. Эй-эй-эй-эй, не вздумай мне трогать. Так, он не вздумал. Сейчас будем хиляться. Сейчас будем хиляться. Так, сюда бомбит. Так, я думаю, что этого мы успеем бомбануть. Блин, смотри, что делать, а. Давай так. И через отхил. Мне... Ты посмотри, а. Ты видел, куда он метит? Да-да, он именно туда и метит. Так, последняя, ребят, шестая волна.
Блин, я хильнуться забыл. Я забыл хильнуться. Сделаем тогда вот так вот. Раз, два. Дебаф. Куда будет бомбить? Угу. Сейчас я... Почему это вот такая офигенная инициатива, блин? Он ходит первым, потом он успевает еще раз ходить. Но это же нечестно, это несправедливо, друзья. Ходить, блин, по два раза, а? Мы еще ни разу не успели сходить. А он уже второй раз, на второй круг пошел. Ну. Что-то как-то вот туго пробивается, а? Кривоклык тут по минималке нанесет ему урону. Хотя у него дебаф висит. Давай сделаем, наверное, вот так вот. И через хилку убиваем. Нормально. Так, а, это последняя волна. Все, ребят, сейчас мы его уничтожаем. И второй этап будет пройден. Как-то так. Ну что, крутанем колесо. Заберем с тобой рыбу. Судя по всему. Так, дай-ка я... А, ну да, забираем награду. Так. 150 рун. Ну, подожди, можно выйти-то мне? Ага. Так, награда. Якног. Якнога мало. Конечно, мало, очень мало, ребят. Очень мало, что у нас тут за новости вообще? Новая версия уже вышла. Залетай на форумы, чтобы узнать подробности. Открыть. Это у нас красноносая Хрольф. Хрольф. Нормальное название. Красноносая Хрольф. Так, ладно. Ребят, последний поединок нам осталось отыграть. И будет все в ажуре. Я на это надеюсь. Ну что, с этого, да? Как всегда. Ну-ка, лупани. Даже не нанес урон. Ну, а что ты хочешь? Это специально так сделано. Чтобы здесь по минималке, пока наносили по минималке урон. А потом, естественно, будет по максималке. Естественно, здесь надо начинать именно с него. Потому что Громли у нас зелень. Страж. И с ним мы намного долго бы возюкались. А вот теперь уже можно спокойно бомбить. Дебафить плюс укус. Ну и втроем они уже его, как говорится, разгладят на гладильной доске. Третья волна. То же самое. Меня больше интересует, кто будет, кто прибавится на четвертой волне. Какой дракон? Ну, чего ты там шмыгаешь носом? Так, этого в топку. Дебаф. Укус. Так, фаербол будет выпускать, нет? Будет. Куда же он денется-то? Чтобы он, да и фаербол не употребил. Четвертая волна. Ага, тройной удар, друзья. Прибавляйте тройной удар, фиолетовый, да? Так, лупанем сюда. Хильнемся. Хотя хил вот сейчас вот не обязательно на самом деле был. Потому что со здоровьем вроде бы все было нормуль. Зря я, конечно, поспешил. Но мы, наверное, успеем. Да, мы успеем накопить еще на один хил. Так что все нормально. Да, давай потратим. Теперь надо ликвидировать нам тройного удара. Больно было. Массовая атака такая. Я пока тратиться не буду. На дебаф. Я хочу хинуться перед предпоследним поединком. Так, так. Хил.
Да блин, я думал, Кривоклык сможет добить его. Ну, нормально. Хотя бы он промахнулся. Так, ну что, поехали. Сделаем. Так, еще раз хильнемся. Тихо, не буяним, ребята. Вдвоем, потом мы вдвоем ходим, да? Ну, у нас как раз будет хил, подоспеет. Ауч. Жаривает-то как, а? Ну что это, ну, недохил какой-то. Минус один, шикарно. Блин, Грумль, конечно, достанет, если он сейчас начнет опять свои фаерболы выпускать. Это будет беда просто. Сейчас пока ему нет возможности, ребята, фаербол выпустить. А у нас есть возможность хильнуться. Так. Сейчас лупанет. В комментариях, ребята, очень часто заметил, писали вы: Рэй, откуда ты поставил русский язык на этой игре? Ребят, я не знаю, он у меня изначально был. Я ничего не ставил. Я не знаю, почему у вас там не на русском языке. Я... Как тебе объяснить? Как вы там писали, где взял русификатор? Никакого русификатора, просто взял и скачал, и все, ребят. Не знаю, почему у вас на другом каком-то языке. Так, слушай, подожди. Начинается тут, конечно, беда какая-то у нас. Ё-моё, если он сейчас сделает... Я думал, что он сейчас будет делать, лупить кислотный ожог. Блин. Какой же он душный, а, вот этот вот ханыга. Ну, серьезно тебе говорю, он душнило просто самое настоящее. Даже тройной удар меня так не напрягает, какой-то душниловкин. Давай добьем тогда, наверное, сейчас, да? Да, давай добьем. Сделаем вот так вот хил. Здесь повесим дебаф. И все, этот парень будет в наших когтях. Теперь пускай что хочет делает, нам все равно. Надеюсь, нам все равно. Ну, должны же мы его завалить. Должны. И мы его завалим. Так, есть. Все, ребятушки, событие пройдено. Очередное колесо. Забираем древесину. Давай. Я знаю, что древесина. Так, и меня интересует вот этот пак. Редкий. Что из него может нам выпасть? Мне очень интересно. Так, древесину я... А, древесина у нас фул. Редкий. Поехали. О, 750 рун. Это шикарно. 100 железа, 60 железа. Блин, а хвостояр у меня есть, ребят. Хвостояр у меня есть. Ну что ты? Разместить. Хвостояр у меня, да, ребята, есть. Фига себе. Зюх. Аж две награды сразу, прикинь. Забираем. И здесь тоже забираем. Слушай, за древесину мы сейчас отправим с тобой кого-то куда-то. Вот куда. Опа. Он улетел, но обещал вернуться. Да. Как-то так. Стоп. Подожди. Погоди, а кого же я туда? Стоямба. Мы же кого-то... Да ядрен, матрен, кого? Вот этого, да? Блин, разве этого? Мы, по-моему, кого-то другого. Так, 112-й. Черт, я не помню. Ну, серьезно тебе говорю, я не помню, кого мы прокачивать должны были. Этого мы прокачали. Понятно. Так, здесь это не то.
А здесь что у нас? На прокачке. Угу, новая способность. Кривозуб. Так, ищейка. А сколько нам вообще не хватает драконов? Улучшить. А, так нам еще одного дракона, ребята, улучшить, и все. И все, и мы с тобой улучшимся. Ты прикинь, мы с тобой сколько по времени это? Год мы где-то, да, улучшались? Год, ребята. Один левел поднимали год. Одуреть просто. Просто одуреть. Да. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте, пожалуй, сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.